Завершено расследование уголовного дела о падении двух рабочих при строительстве 16-этажного дома в городе Новочебоксарске в мае этого года. Мужчины упали во время подъема утеплителя, а строительные леса оказались непригодными для эксплуатации из-за неправильной сборки. Оба остались живы. По версии следствия, это произошло в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, допущенных обвиняемым. При этом насыпной грунт под основанием лесов должным образом уплотнен не был, а крепление их к стене произведено перфорированной лентой, а не способом, предусмотренным паспортом завода-изготовителя. Тем не менее, обвиняемый незаконно принял строительные леса в эксплуатацию, а также не убедился в квалификации привлеченных к выполнению работы лиц и допустил их неподготовленными и необученными правилам охраны труда. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.